Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Экологический рейд на берегах Кукуевки. В медсанчасти наградили участников Дня стоматологического здоровья. Совместная акция десногорских школьников и ГИБДД «Сохрани жизнь, сбавь скорость». Итоги международного фестиваля «Зажги свою звезду» 2017. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Благоустроенные дворы, чистота, уют и порядок – таким хотели бы видеть десногорцы наш молодой город. Глава города Андрей Шубин в этом горожан поддерживает. А недавно к руководству города обратились дачники садоводческого товарищества «Десна» с просьбой помочь им в борьбе с несанкционированными свалками на территории дач и берегах водохранилища. О том, как отреагировал глава на обращение десногорцев, мы расскажем в нашем первом сюжете. 18 мая глава города Андрей Шубин совместно со специалистами администрации, лесничества, пошнадзора, экологии, коммунальных служб и представителями правоохранительных органов провел рейд по территории садоводческого товарищества «Десна», чтобы на месте оценить экологическое состояние прибрежной зоны, наличие несанкционированных свалок, исполнение правил и норм сбора и утилизации мусора на дачной территории. На встречу с главой пришли десятки садоводов. Они хотели лично услышать ответы на их вопросы и предложения. Андрей Николаевич построил беседу в ключе конструктивного диалога. И оказалось, что навстречу пришли неравнодушные люди, а те, кто ищет у администрации города поддержку в наведении порядка на дачной территории. Садоводы попросили Андрея Шубина содействовать в проведении экологического субботника и помочь очистить стихийные свалки. Андрей Николаевич заверил, что всегда идет навстречу таким инициативам. Мы со своей стороны выделяем технику, то есть погрузить, транспорт, то есть это вывоз и утилизация мусора. То есть муниципалитет это возьмет все на себя, совместно с советом руководителя. Потому что мы общались и с Лубинским Павлом Алексеевичем на эту тему, он, соответственно, тоже поддержал это направление. Проблему только можно решить сообща. Абсолютно правильно. Следующий вопрос. Значит, то, что вот в начале нашей беседы я затронул тему субботника всенародного нашего, по вашему совместному товариществу. Значит, я от вас со своими помощниками жду конкретную дату, когда вы соберетесь. Комиссия в сопровождении садоводов прошла по всей территории товарищества, отметила все нарушения экологии водоема и сбора мусора. Члены садоводческого товарищества «Десна» отметили, что впервые столкнулись с таким вниманием к их проблемам со стороны городской власти. Очень радует, что так администрация внимательно и серьезно отнеслась к нашим, значит, проблемам нашего товарищества. Собственно, не только наши проблемы, это проблемы всего города. Ну вот мы со стороны своих, значит, членов товарищества пообещали и постараемся работать вместе с администрацией. В июне будет намечена дата проведения общего экологического субботника членов садоводческого товарищества «Десна». На Смоленщине сократилась суммарная задолженность по зарплате. Только за последние 3 месяца долг предприятий перед смолянами уменьшился почти на 11,5 миллионов рублей. С начала года сумма погашений составила более 25 миллионов рублей. На сегодня своей зарплаты по-прежнему дожидается 970 смолян. Погашение и предупреждение появления задолженности обсудили в администрации области на заседании межведомственной комиссии. 20 марта в мире отмечается День стоматологического здоровья. В Десногорске сотрудники медсанчасти разработали и провели целую декаду мероприятий. Даже сняли фильм «Стоматология вчера, сегодня, завтра». 23 мая начальник МСЧ номер 135 Алексей Азаренков отметил самых активных участников в торжественной обстановке. Дипломами за организацию от Федерального медико-биологического агентства были награждены начальник управления информации и общественных связей Смоленской АЭС Евгений Шупта и председатель комитета по образованию Рима Овечкина. Учителя и врачи – это не мы выбрали нашу профессию, а профессия выбрала нас. И, наверное, благодаря нашему сотрудничеству мы делаем все, чтобы наши дети, наш город был здоровым, чистым, красивым. Также дипломами за освещение всех мероприятий, которые проводились в рамках Всемирного дня стоматологического здоровья, были отмечены представители телерадиовещательной компании «Десна ТВ». А за создание юмористического фильма «Стоматология вчера, сегодня, завтра» дипломы вручили режиссеру-монтажеру и оператору Юлии Соболевой и молодым атомщикам, которые выступили в роли актеров и сценаристов – Степану Ершову, Владимиру Муравьеву и Дмитрию Якименко. К нам обратилась Лидия Владимировна с
предложением поучаствовать в конкурсе международном по стоматологическому здоровью. И условия конкурса – это был манекен-челлендж. Что это такое, мы вообще не имели представления, пока не посмотрели в YouTube. Ну, совместили видеоклип с манекен-челлендж. В общем, получилось. После первого дня съемок, когда мы все переоделись в ковбоев, когда у нас получилось на какое-то время замереть, представив собой манекены, но мы поняли, что все у нас получится. И тем более, после того, как мы увидели первую часть монтированного ролика, это вселило нас надежду, что мы должны вообще победить на мировом конкурсе. За активное участие в мероприятиях и съемках фильма дипломы получили и сотрудники медсанчасти: Александра Фомина, Галина Леутина, Елена Леднева, Екатерина Власова и главный организатор всей программы Лидия Штаней. Впервые пришлось участвовать, как вам сказать, это завораживает, это действительно интересно, и ты уже перевоплощаешься. Искали одежду, искали шляпы, нашли какие-то хлысты, даже звезду шерифа нашли дома. В общем-то, помогали все домашние, чтобы найти реквизит, какие-то кожаные курточки, кожаные жилетики. Это когда была сцена в салоне. И меня порадовало, что и ребята, вот молодые атомщики, они все пришли вот на такой какой-то радостной волне. То есть это, я не знаю, как какой-то вот капустник или как КВН, как вот в школе когда или в институте мы участвовали, вот такая же была атмосфера. Особым гвоздем всей программы стал короткометражный юмористический фильм, который был отмечен в Федеральном медико-биологическом агентстве особенно. Мы принимаем во всех таких мероприятиях, но вот сейчас у нас такая тема была, которая проведена была нами успешно, которую отметили на самом высоком уровне. Поэтому всем спасибо. Смоленская область готовится к оздоровительной кампании. В 2017 году оздоровительная кампания охватит более 46 тысяч юных смолян, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом. Подготовку детских лагерей обсудили на совещании с руководителями профильных департаментов региона, которое провела заместитель губернатора Оксана Лобода. На оздоровление детей из областного бюджета будет выделено более 270 миллионов рублей. Всего в регионе запланирована работа 300 оздоровительных учреждений, из них 4 санаторного типа, 11 лагерей, остальные места дневного пребывания. Уже в понедельник, 29 мая, выпускники смоленских школ приступят к сдаче единого госэкзамена. Первыми пройдут тесты по географии и информатике. В этом году во время основного периода сдачи ЕГЭ на Смоленщине, как и по всей стране, будут работать интернет-приемные. До 19 июня с вопросами и жалобами в них сможет обратиться любой желающий. В Десногорске сотрудники ГИБДД совместно с учениками 4-й школы обратились к водителям с просьбой «Сохрани жизнь, сбавь скорость». Подробности далее. Мероприятие прошло в преддверии школьных каникул. Ученики 5-х классов вместе с сотрудниками дорожной полиции вышли на улицы города и вручили памятки водителям. Это хорошая практика напомнить водителям, что дети тоже участники дорожного движения, что на них необходимо обращать внимание. Цель нашего мероприятия была напомнить водителям о необходимости соблюдения скоростного режима на дороге, потому что это одна из первостепенных причин, по которой гибнут на дороге дети. А значимость этого мероприятия в том, что с уст детей водители вспоминают те правила, которые должны соблюдать каждый раз, когда они садятся за руль. В своей беседе с водителями ребята просили их быть очень внимательными на дороге, помнить о правилах безопасности и снижать скорость перед пешеходным переходом. Все водители, которые стали участниками акции, с большим вниманием выслушали детей и с пониманием и серьезностью отнеслись к их просьбам. Самое главное, что дети изучают правила дорожного движения, и они уже знают, как себя вести на дорогах. Конечно, такие акции нужны при общении детей к правилам дорожного движения, чтобы они не нарушали их. Конечно, надо и водителям лишний раз напомнить о том, что не нарушать правила, не превышать скорость. Такие мероприятия в 4-й школе не новые. В ней много лет ведет работу кружок «Юный инспектор дорожного движения», где ребята совместно с педагогами обсуждают и освещают вопросы, касающиеся безопасности на дорогах. Подобные акции юные инспекторы считают важными. Мне кажется, что эти мероприятия очень важны, так как некоторые водители могут не соблюдать
правила дорожного движения. И когда эти мероприятия начинают проводить, они могут вспомнить даже свое детство и понять, как это важно. Они сами когда-то учили эти правила дорожного движения. И мне кажется, что эти мероприятия очень нужны, их нужно проводить гораздо чаще. Любой человек может быть даже пьяный, сесть за руль и сбить какого-нибудь человека. Даже маму с коляской. Может быть, благодаря таким акциям дорожное движение нашего города станет более безопасным. С 1 июня в каждом регионе начнут действовать новые нормативы потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Везде свои. От этих нормативов прямым образом зависит и размер квартплаты. 25 мая в Десногорской центральной библиотеке состоялся вечер «Благодарю, волшебный мой романс». Весь вечер ведущая Светлана Головачева знакомила гостей с жанровым разнообразием романса. Романсы были исполнены как акапельно, так и под пианино и гитару. Кроме песен, конечно, читались и авторские стихи. Десногорский поэт Елена Караваева познакомила публику со своим творчеством, а романсы исполняли наши любимые и знакомые всем вокалисты Галина Ренева, Елена Ткачева, Лариса Орлова, Галина Козлова. А в завершении программы прозвучали романсы в исполнении Александра Андруцкого. Настоящий праздник детства состоялся 19 мая в зрительном зале городского центра досуга. Второй международный фестиваль «Зажги свою звезду 2017». Участниками конкурса стали юные талантливые артисты в возрасте от 4 до 10 лет. Съемочная группа побывала на празднике, и сейчас мы вам расскажем. Открыла фестиваль-конкурс «Зажги свою звезду 2017» управляющий делами администрации города Василина Черных. Я надеюсь, что детки на этом фестивале покажут свои таланты, способности, раскроют свой творческий потенциал и найдут новых друзей. Желаю вам творческих успехов, ярких впечатлений и, конечно же, победы. Это самое главное. В программе фестиваля было три номинации – вокал, художественное слово и хореография. Первыми выступили юные вокалисты. Они продемонстрировали публике не только свои вокальные данные, но и артистизм исполнения, яркие костюмы и творческий задор. А репертуар был самым различным. За вокальным конкурсом следовало художественное чтение. Номера, представленные как целые костюмированные театральные инсценировки, только подчеркивали таланты юных чтецов. Самой зрелищной стала номинация «Хореография». Танцевальные номера были очень разнообразны по жанру, композиции и тематике, а зажигательное исполнение танцоров не оставило равнодушными жюри и зрителей. Во всех номинациях определились победители. Они получили подарки и сертификаты. Главный приз гран-при получила группа «Ромашка» из детского сада «Теремок» за танец «Маков цвет». 24 мая в информационном выпуске «День за днем» в сюжете о 41-й сессии городского совета нашим журналистам была допущена ошибка, что при единогласном голосовании было принято решение считать удовлетворительным отчет о работе администрации и о передаче в безвозмездное пользование нежилого фонда казачьему обществу. Депутат Арцвик Аветисян требует опровержения этой информации, так как он по этим двум вопросам проголосовал против. Редакция подтверждает, что депутат Арцвик Аветисян проголосовал против. Приносим ему свои извинения и считаем, что данным сообщением мы восстановили доброе имя городского депутата. В завершении выпуска новости спорта 21 мая на футбольном поле детско-юношеской спортивной школы состоялся открытый турнир по мини-футболу, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли юношеские команды Десногорска и Рославля. В нелегкой борьбе первое место завоевала команда «Торпедо-1» из города Рославль. Всего лишь на одно очко отстали от лидера юные десногорцы из команды «Десна-1». Третьим призером стала команда «Десна-2» города Десногорск. На четвертом месте расположилась команда «Торпедо-2» из города Рославль. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.